Появление этого нового детского сада с нетерпением ждали не только дети, но и их родители. И в прошлом году город получил такой большой подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Дмитровского района Валерия Гаврилова. Сейчас мы воочию можем увидеть счастливые и довольные лица и детей, и родителей, и воспитателей. Празднование первого дня рождения прошло в уютном музыкальном зале. В организации праздника педагоги дошкольного учреждения задействовали не только детей, но и родителей. По ходу праздничного концерта все гости были просто поражены тем, как дети ведут себя на импровизированной сцене. Не стесняются, выполняют поставленные задачи, строят настоящие театрализованные сцены. Складывалось такое ощущение, что с этими малышами педагоги работают уже не один год. Так хорошо дети выступали. Как и можно было ожидать, праздничная программа была построена по всем нам известной сказке «Цветик-семицветик». Каждый лепесток становился театральным номером. Выступали как и ясельные малыши, так и дети постарше. На сегодняшний день в саду 6 групп и 142 ребенка. Этот сад действительно был жизненно необходим. В «Цветике-семицветике» абсолютно новая мебель, игрушки, полностью оборудованы детские площадки. Есть в садике и бассейн с уникальной системой очистки воды, оборудован компьютерный класс. Что же касается педагогического состава, то здесь стоит отметить, что в основном это молодые кадры. Их работу можно оценить по праздничному выступлению. Хорошо отрепетированные номера, прекрасные стихи и песни. И, конечно же, счастливые и довольные глаза детей. Какой же день рождения без подарков? Первые подарки были получены от управления образования. Были вручены воспитателям благодарственные письма и книги. В этот день поздравить «Цветик-семицветик» пришла и председатель профсоюза работников образования Марина Шевченко. Его очень ждали. И он получился таким, каким его и ждали дмитровчане. Красивым, современным, уютным. Да, я каждому бы руководителю, который поднимает детский сад, который набирает и формирует коллективы, давала бы орден. По окончанию праздника детей и гостей традиционно пригласили на чаепитие. Впереди еще одно мероприятие, к которому нужно подойти со всей ответственностью – Масленица.